Всем привет, вот с вами Дарт Калашпул. Сегодня у меня на мире обзоре такие вот настольные часы от компании Нака. Модель я не помню, да и не важно. Покупал я их в Радуге за 144 рубля или даже за 148. Уже точно не помню. Часы обычные, не имеют подсветки. Имеют дату, имеют будильник, который включается и отключается кнопкой дата, и имеют, значит, секундомер, будильник, еще раз говорю, который вы вообще не услышите. Настройка времени, соответственно, даты и дни недели. Все, что он может. Также после того, как я первый раз активировал будильник, каждый час, соответственно, здесь звучит пищалка, когда он показывает, например, время 12 часов, то пищит пищалка. Такие вот обычные часы. Покупал я их, чтобы знать время просто для, значит, для других дел. Ну, значит, у меня есть еще часы, но они более крутые. Это простые часы, просто чтобы знать время. Все. С вами был Дарт Калашпул. Желаю вам всего хорошего. До свидания.